Ну, вот сейчас хотят ввести алкоголь по картам, да, и это просто нонсенс. Это людей заранее обрекают на какой-то бунт. Вот мы помним, в истории были бунты винные, табачные и прочие. Этого надо избежать. Ни в коем случае нельзя вводить вот эту вот полнейшую чушь. Вообще по карточкам не надо ничего продавать. Их вообще нужно отменить на самом деле, потому что этот путь к антихристу, это такой реальный путь, когда нас всех зачипируют в правую руку уже, потому что карточки теряются, и по ним мы будем проходить в супермаркете или улетать на самолете. От этого надо отказываться. У России абсолютно другой путь.